Всем привет, дорогие зрители. В районе Оба мой родственник продает трехкомнатную квартиру под ключ в комплексе, который был сдан в 2010 году. Тут есть открытый бассейн, огромная зеленая ухоженная территория. Сами видите. В этой стороне бесед у нас зона отдыха, также есть с той стороне. Я как спущусь вниз, покажу вам. У нас два балкона, два санузла. Это маленький балкон. И здесь у нас большой балкон. Можете застеклить, будет вам еще одна комнатка. Расстояние от этого комплекса, дорогие зрители, до моря 1200 метров. Я сейчас постараюсь вам показать по карте Google. Сами поймете. Вот показываю. Смотрю, видно ли. 1200 метров. Вот от моего места туда. По карте Google. Может быть и меньше, если использовать другую дорогу. Это шаговая доступность до моря. Итак. Звонили. Итак. Вот балкончик. Еще раз покажу. Он большой. Где-то здесь 10 квадратных метров. Гостиная совмещена с кухней. Продаем квартиру по причине, что должны купить новую. Из-за этой цены взлетают. Нам придется уже искать другую в районе Тосмур. Хотим, чтобы рядом со мной хотят. И вторичку какую-нибудь, старикую квартиру купим. Там 25-летний проект. Вот такие вот планы. Диванчик, он новый, в прошлом году покупали. Телевизор заберем, так как новенький. Кондиционер Арчелик А++ новенький. Итак, холодильник фирмы Bosch. Стиральная машинка Hotpoint Ariston новая, А3+. Посудомойку нужно поменять. Вот. Здесь как минимум 25 квадратных метров чистых. Кухню я не считаю, вот до сюда. Прихожая. Этаж второй. Коридорчик. Первый санузел. Стоит проточный нагреватель фирмы Факер. Детская спальня. 10 квадратных метров. Сам отмерил. Этот балкон я уже вам оттуда показал. Здесь где-то 4-5 квадратных метров. Рядом есть люксовый проект, как Кави Палас. Соль Гарден строится в люксовый проект. Его тоже вам покажу по пути. Рядом есть сеть магазинов BeamShock А101, Migros, Кочта шаговой доступности. Также Тахтакале в шаговой доступности. Рядом есть лицей имени Назми Йылмаз. Можете тоже пробить, посмотреть. Прямо вот 50 метров впереди. Это у нас спальня 14 квадратных метров. Чисто от стены до стены. И второй санузел тоже работает, но они не используют душевую кабинку, им хватает один санузел. Есть также форточка. Так. И зрители, цена этой квартиры 128 тысяч евро без торга. Никакого торга. Пишите, звоните. Плюс 90 555 064 91 10. Я сейчас спускаюсь вниз, снимаю вам всю территорию. На этаже у нас 1, 2, 3, 4 квартиры. Лифт все работает. Вызовем. Тут также есть вот такое место. Можете поставить сюда свои личные вещи. Попросить у
консьержа. Ну, это место, чтобы поиграть для детей также. Лифт вместим 6 человек. Тут подстройки не вижу. Под этой квартирой внизу в подвале есть отдельная кладовка для каждой квартиры. Вот если спускаться отсюда вниз, там кладовка отдельная. У нас здесь красят стены, обновляют. Есть пандус. Можно также оттуда идти к саду или отсюда. Это тоже недавно покрасили всю дорожку. В основном живут норвежцы, немцы, несколько местных семей. Вот беседочка такая маленькая. Интернациональный проект. Вот ваше здание. Чекмет. Бассейн. Efendim? Anladım. Bassein. Очень ухоженный проект. Везде цветочки, фруктовые деревья. Апельсины, лимона. Здесь беседочка, зона отдыха. Зона барбекю. Вот, дорогие зрители, это проект Soul Garden, люксовый проект района Оба. Это Ruby Platinum, тоже проект, но там уже продано, здесь тоже, кажется, все продано. Это район одним из инвестиционных районов, так как мэрия Алания переезжает в район Оба, к дороге там. И в основном много строить начали. Вот сейчас я покажу. Рядом будет торговый центр в будущем. Около Soul Garden, в левой стороне, там есть участок. Вроде через 2 года или 3 года построят торговый центр. В шаговой доступности 100-150 метров отсюда. Вот там новых проектов стало очень много. Все, дорогие зрители, этот асфальт прямо идет к морю и к магазинчикам. Сейчас я открою двери. Вот там лицей Назми Йылмаз, Кочташ, Тахтакале и тому подобное. Рядом есть магазинчик. Астадин. Также в той стороне. Вот там строят много проектов. Так. Звоните по номеру плюс 90-555-064-9110. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Оба. Всем пока-пока.